учасниці національних зборів, жінок-депутатів всіх рівнів в рамках національної платформи «Жінки за мир», яка налічує понад 110 тисяч жінок з усіх регіонів України, сьогодні зібралися у Верховній Раді України. Ми пропонуємо Кабінету міністрів України, народним депутатам України альтернативні пропозиції до бюджету України на 2018 рік, які забезпечать бюджет економічного розвитку і соціального захисту громадян. Ми, жінки України, виношуємо, народжуємо і ростимо наших дітей для щастя, для того, щоб вони піднімали нашу Україну, а не для війни. Я би хотіла звернутися не тільки до Петра Олексійовича, а до всіх депутатів. Будь ласка, дослухайтесь до жінок України, до матерів. І припиніть цю війну. Ми виступаємо категорично проти пенсійної, медичної і реформи образування. Ми требуємо відміни і пересмотру цих реформ. Мы приехали для того, чтобы напомнить нашим государственным мужам о том, что основная функция государства – это создание комфортных условий для своих граждан, это обеспечение безопасности своих граждан, социальная защита тех, кто нуждается в этой защите, и создание условий для будущего наших детей. Прифронтовые города, в которых мы ездим, люди просто вымирают. И поэтому мы убедительно просим, откройте глаза, товарищи министры, посмотрите, пожалуйста, что вы творите. Нам стыдно за вас. Еще я обращаюсь от имени всех женщин с таким предложением, что наши мужчины, они не должны держать в руках оружие смерти. Они должны держать в руках оружие труда и созидания. Наши женщины должны быть любимы. Они хранительницы очага. Они должны рожать детей. А наши дети должны рисовать не войну, а рисовать города. Правительство предложило бюджет войны и бедности. И они хотят пятый год подряд, в 2018-м, отбирать у людей последние крохи, недоплачивая пенсии и социальные пособия. Женщины Украины, изучив предложение правительства, подготовили альтернативу и показали, за счет чего, как, какими ресурсами и средствами сегодня можно изменить кардинально ситуацию. Как можно поднять и пенсии, и зарплаты, и социальные выплаты. Как сделать все, чтобы в стране был бюджет мира и будущего. Бюджет, который защитит детей, матерей, стариков, защитит будущее Украины. Как показало время, наши женщины, когда объединяются, это самая действенная, сильная, умная и мудрая сила Украины. Сила, которая способна привести Украину к миру и процветанию. Спасибо вам. Вместе победим.